Юго-осетинские дорожники проводят ремонт поврежденных отрезков Транскавказской автомагистрали на южном портале Рокского тоннеля. В настоящее время дорожная техника задействована в противолавинной галерее. По словам главы комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Алана Габараева, благоприятные погодные условия способствуют своевременному выполнению необходимых работ. На данный момент Ороза Макантрансконал ямочный ремонт. Мажор Таран Торозан. Сплошной асфальт, артак кусок, ли кусок, чу где-то километр 200, инна кусок где-то 300 метров, инна где-то 700 метров, валия рука, фасток кашарозами, аршу куштекана. Наряду с ямочным ремонтом дорожники уделят внимание также особо проблемным участкам на Транскаме. Также здесь обустроят и приведут в порядок обочины трассы. Коттар ямочный ремонт. Асфальт фам автосразу ровнальдистам на обочине там, параллельно обочине тадарейно расшаванч. Я так кафаста фандок бовснальдистам, склоняя савчистам, маджа уженен краска на химайса, маджа разам разумитка. По словам Алана Габараева, после завершения работ на этом участке соответствующие службы приступят к работам освещения отрезка трассы от Рукского тоннеля до въездной галереи. Ваше бунту може бокандистам, мана крисар уже галерея райдовчистам то ремонт канен, я форунджи дуа масек самоттум мен, ирен то бокандистам, я нах. Как сообщил глава Комавтодора, на всем протяжении юго-осетинского участка Транскама будет проведена дорожная разметка качественной краской, приобретенной в Смоленске. Оксана Джоева, Рауль Кочев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.